членом правління громадської організації об'єднання «Діаспора Азербайджанців України» і просити взяти обвинуваченого асамблеї місцевих Моногли на порушення. Правильно суд зрозумів. Зрозуміло. Дякую. Присядьте. І в нас є Ісрафілов Відаріс Шакліяр Огли. Ми також вашу особу встановлювали. Ви є громадянином України. Також є членом громадської організації об'єднання «Діаспора Азербайджанців України», є військовослужбовцем, просити взяти обвинуваченого сім'ї на поруки. Статті знаєте, в яких обвинувачується. Дякую, присядьте. Прокурор, ваша думка? Фактично є клопотання про зміну запобіжного заходу. Так, мала суду, який незначений ризик, який передбачений спеціальним цьому, а ми нам не підтримуємо даний клопот. Зрозуміло. Представник потерпіло, ваша думка? Зрозуміло. Захист, ваша думка? Підтримую цьому суд клопотання. Вважаю, дані особи, які подали клопотання, є авторитетними людьми для моїх захисного асамблеї, які беруть на себе цей обов'язок, що він буде виконувати всі належним чином дії щодо явки до суду і подальших розпоряджень суду. Тому саме вони, ці особи, які, зокрема, от Фаїль громадянин, він очолював взагалі досить багато років, у нас 15 років очолював діаспору в Україні. Тобто його, ну, він дуже така, і так само і за громадянина Відаді. Це люди дуже авторитетні, дуже поважні. І тому вони просто так би ці клопотання, повірте, не заявляли б і не брали б на себе цю відповідальність. Тому з огляду на подані клопотання я, звичайно, підтримую. Прошу задовольнення. Дякую. Захистик, Добриниця, ваша Добриниця. Я також, прошу задоволити дане клопотання, вважаю, що ставлено на сьогодні є підстави, щоб змінити міру запобіжного заходу, в тому числі і взяття на поруки. Особи, які заявили клопотання, користуються повагою серед нашого суспільства, вважаю, що дані клопотання є обґрунтованими. І окрім того, що підзахисний значний час перебуває під вартою, позитивно характеризується, раніше не притягався до відповідальності. І з урахуванням того, що з 18 травня протягом 2 місяців він вже незаконно утримувався під вартою, тому прошу прийняти дані документи та їх задоволити, змінивши міру запобіжного заходу на поруки. Але ще навіть суд прийде до висновку, що можна застосувати будь-яку іншу альтернативу, не пов'язану з триманням під вартою, то я вважаю, що це також не буде порушення прав обвинуваченого чи інших учасників процесу. Дякую. Обвинувачений суд. Я хотів би, щоб нам змінили міру пресечення, не тільки мені, і колегу пана теж Бабекову. Тому що в даний момент государство України, или прокуратура, или СИЗО, который мы содержимся, не может полностью обеспечить нашу определенную безопасность. Так как адвокат Валерий Добраница выслал запрос в СИЗО о том, что вы можете обеспечить безопасность, если будут обстрелы, или сирены, или тревога, или что-то еще. На что им ответили, что нет бомбового убежища, которое есть. У нас есть государственная бумага, которая это подтверждает. У нас есть бумага со 17 мая, которая подтверждает, что мы находимся незаконно в СИЗО. Находимся незаконно, потому что были удалены из зала суда диск, было проведено без нашего присутствия, без переводчика, без адвоката. 18 мая, 14 числа было проведено без переводчика, без нашего присутствия. Так как статьи у нас тяжкие, 14 июля, которые тоже было незаконно, но они оставили без изменений, мы подали апелляцию, чтобы их восстановили это дело. Я просто в курсе ставлю, чтобы понимание было. И мы подали на эту апелляцию. По закону Украины, по особо тяжким делам, которые в данный момент у нас, которые у нас страна прокуратуры, обвинения, напишут статью 107, часть 4, 146, часть 3, 263, часть 1, это особо тяжкие статьи, по которым без нашего присутствия, без присутствия как иностранных гражданин мы, без переводчика, без адвоката не имеют права продавать наши санкции. Из-за того, что апелляционные суды вовремя за 2 месяца не рассмотрели ни одну жалобу, которую мы писали, ни одну жалобу вовремя не было рассмотрено. Если по факту апелляционные суды рассматривали бы каждое нарушение, которое мы писали апелляцию на те бумаги, что нас незаконно держат вовремя за 2 месяца, то мы были бы уже на свободе, и те уколы, которые вы вынесли 8 числа после того, как вы после войны пришли,
зашли в дело наше заново, которое взяли, спасибо вам большое, вы вынуждены были нас все по новым обстоятельствам, с домашним арестом или с под залога, или же даже с поручительства забрать в СИЗО, посадить по таким бумагам. А вас ставили то, что вы выставляете без изменения, так как в СИЗО. А из-за этого, по определенной логике, вот эти санкции все, они незаконные. То, что касается сторона обвинения. Сторона обвинения, сколько бы вы у них здесь спрашивали, они постоянно будут говорить, что они против. За годы 5 месяцев, по тем ухвалам, если посмотреть на все, по всем санкционным ухвалам, которые 2 месяца, они предоставляют только одну бумагу, где они пишут, что раз мы мистер Легулис Супан, может повлиять на следствие, на свидетелей, может повлиять на следствие, может убежать или сделать заново преступление. Заново преступление. Я по пунктам пройду, чтобы было понятно. Заново преступление мы сделать не можем, потому что у нас нет криминального прошлого или административного штрафа, или какие-то правонарушения. Ни у меня, ни у Гулиева Супана. Мы характеризуемся очень хорошо, с хорошей стороны. Повлиять на следствие. Никакого следствия уже нет, дело уже в суде. То, что какие бумаги есть, уже они уже собраны, они остались. За годы 5 месяцев они ни разу не изменили свои определенные шаблонные слова, которые они должны были, как прокуратура, уже изменить. Не предъявлять и предъявлять каждый раз одни и те же бумаги, потому что на эти они опасности ссылаются. Они не предъявляли ничего больше. Имею родственные связи, сестра гражданка Украины, жена гражданка Украины, имел место работы, разрешение на 3 года есть, вид на жительство. По закону все, никакие законы Украины не нарушал. У меня полностью все легально. Человек приехал на день рождения, и спустя 2-3 дня его задержали тоже за то, что он находился рядом со мной. Просто так. Я снова извиняюсь за выражение, но я как мужчина, для себя мне, для меня неприятно, что человек, его жизнь, например, сейчас в данный момент из-за меня здесь находится. Я не смогу его семье, его матери рядом глаза смотреть. Потому что человек из-за меня, своего нормального прекрасного возраста, года 6 месяцев, страдает именно из-за меня, за то, что я воевал. Я этого не жалею. Если понадобится, если я бы в своей жизни знал бы, что я снова попаду в тюрьму за то, что я воевал на Горном Карабахе, меня клеветают, даже мне есть пожизненно дадут, я это сделаю. Потому что моя родина, моя нация, мой президент, я за его политику, за свою страну, за свою жизнь. Я это никогда не стеснялся и прямо говорю. И я это всем озвучивал. То, что касается других нюансов, то, что вы говорили здесь, то, что политическое, уголовное, я просто скажу, да, что вы понимаете. То же самое, что сторона потерпевшего. Гражданин Испании или Великобритании, по национальности араб, мать армянка. То же самое, ведь нападение Великобритании было сделано со стороны Великобритании, гражданина Великобритании, национальности араба, и было нападение посольства. На наше посольство Азербайджана. Я никому в этой жизни не позволю ни наше посольство, ни наше государство, ни наших дипломатов, чтобы кто-то лишнее мог к ним это сделать. Потому что я, сын своего народа, я буду защищать их в любой стране, в любом месте. Я просто говорю. И это суд, именно это суд. Вы говорите, именно показать здесь какие-то вещи прямые, да? Я вам озвучиваю. Человек, который приносит сам же бумаги с переводом психиатрической того, что он содействует 2019 года в психическом учете и подписано армянами. Ну, смешите уже, сколько чего показывают. Показывают телеграм-каналы, которые общаются, их имя, фамилия, все остальное. Все на это просто глаза закрывают. Я хочу, чтобы наши меры пресечения поменяли, потому что ни один из тех вещей, пунктов, которые озвучили сторона прокурора, ни один пункт не берет свое определенное доказательство. Вы требуете от нас. Но по закону Украины они должны доказывать нашу вину. Не мы должны оправдываться перед ними. Вот и 6 месяцев мы оправдываемся, мы доказываем, что мы не виновны, нас оклеветали. А они сидят, просто дают шаблонные бумаги. Даже ни одну бумагу они подкорректировать не могут. Можем прямо задать вопрос прокурору. Уважаемый прокурор, почему в течение года не принимали, когда моя жена приходила на суд, сестра приходила, документы мы предоставляли, все документы предоставили. Шевченко, свой суд, мы предоставили все документы. Вот, допросите этих людей, вот документы, что в основном если есть место жительства, все есть. Все есть для этого. Они ни один документ не приняли. Вы зашли в наше дело, после этого начали принимать документы. Вы тот же человек, который мне здесь ознакомил с моими материалами и делами. Вот он, человек, который пришел в СИЗО, мне прокурор Солодкин Сергей Юрьевич ни перевода не сделал знакомство с моими ознакомиться с материалами и делами. 3 тома. Не ознакомил. Никто не ознакомил. Он подделывал документ, который о том, что нас подозревают за 48 часов, которые предъявил. Мы написали время, он взял стер и написал свое, какое хочет время. На это тоже Шевченко собираем глаза закрыл. Апелляционные суды тянут, здесь эти тянут. Сколько можно ждать этих свидетелей, которые что-нибудь тянуть, или сколько, кто будет сирены, мы будем проводить здесь свою жизнь губить?
Я прошу, чтобы вы изменили наши меры пресечения. Или под домашний арест, или под залог, или же под поручительство. Хоть какой-то определенный альтернативный вещь, что мы поняли. Вот одного можно отпустить под поручительство, второго отпустить под залог. Что хотите, мы сделаем. Хотите на две ноги ставьте на эти, и ставьте хоть 100 человек в окружении нас держит. Но мы будем понимать, что мы дома, мы можем спокойно хоть работать хоть как-то, как-то содержать свою семью или видеть свою семью. Здесь вы говорите о том, что я нейтрально отношусь, вы оба гражданин иностранной страны. Я о его безопасности переживаю. Сейчас война в стране, из-за этого мы не можем его привести сюда. Но извиняюсь, друзья, я тоже гражданин иностранной. Что, азербайджанский гражданин, его жизнь не жизнь, а гражданин Испании, который, как, извиняюсь, азербайджанин шакал, кого-то клеветал, и себя там стоит, и ищет поводы, чтобы не прийти на суд. Это его жизнь, нужно беспокоиться, а о наших жизнях не нужно беспокоиться. Так выходит, что ли? А где тогда справедливость? Если лояльность, я знаю, что вы все равно меня не отпустите. Я это все равно знаю, но я буду лучше выскажусь. Я не буду негатив в сердце держать. Я мужчина, я в сердце ничего не держу. Я все прямо скажу. Ну, где тогда справедливость? Я не вижу эту справедливость. Я понимаю, что у вас статьи самые тяжкие. Они мне влепили самые тяжкие статьи. Я это понимаю. Но они влепили эти тяжкие статьи. 187, часть 4. У меня была сначала статья у нас. 187, часть 2. Одна статья была. Они влепили мне 187, часть 4, 146, часть 3, 263, часть 1. Но ни одного доказательства нет. Ни одного подтверждающего факта, что они могут ссылаться на это, что это именно из-за этого они сделали. Они пишут свои в том, что пояснение, что я пишу такую статью, что он разбой 4 часть или похищение, потому что я предполагаю, что Гасанова Мессира заранее был умысел. Если у Гасанова Мессира заранее был бы умысел, я вас уверяю, здесь бы никто бы не смог стать передо мной бы. Ну какой умысел? Вы сами видите, что человек пришел, сам подошел ко мне знакомиться. Все это видно на видеосъемке. Почему вы не допросили гражданина Турции, который сидел за нашим столом? Вы оставили, как государственное лицо, вы оставили прямых свидетелей из-за того, что вы понимали, что они не скажут выгоду вас, они скажут правду. И вы начали искать по сторонам, чтобы сделать просто макет свидетелей каких-то. А вы начали по сути клопотания ваше. Конечно, по сути, я захочу, чтобы не поменяли мое сочинение. Но не по моему хотению же это делается. Это по вашему хотению делается. Дякую, присядьте. Обвинувачений Гулієв. Алло. Підтримуйте.